Поддерживают ли жители Кабшага инициативу президента о переименовании города в Кунаев? Мы узнали. Ну что, Кунаева будет, это хорошо. И что, областной будет. Да, это очень хорошо. Ну что было, соответствовало это все, как оно было, что только соответствовало все, чтобы Кабшага разрастался, чтобы была у нас работа, самое главное, естественно, потому что здесь работы нету. Вот. Чтобы был красивый. Вы там давно говорили, еще, я не помню, может быть, лет 10 назад хотели переименовать Кабшага в Кунаева. С одной стороны, конечно, это детище Кабшага, это детище Кунаева. А с другой стороны, вот я живу где? Куда еду? В Кунаево. Ну, как-то вот звучит не очень. В Кабшагай, ну, я не знаю, мне кажется, города не должны быть именем кого-то. Я привыкла к Кабшагаю, и как бы оно для людей, наоборот, привычнее. Мы выросли здесь, детей нарожали, поэтому я так думаю, что Кабшагай, мне кажется, лучше. Согласна, конечно. Я только рада, как Кунаев внес свой вклад, труд, свои, даже душу внес в наш город. Значит, это он заслуживает. Я полностью согласен с переименованием города Кабшага на имя Кунаева. Наша молодежь должна помнить наши предки, нашу историю. Итак, рады, что присвоили нашему городу имя исторического нашего деятеля Дильмухамбета Кунаева. Если президент предложил выбор народу, оставлять это, давать имя Кунаева городу или нет? Я думаю, что он вот так обратился с доверием, что народ поймет, что он имеет историческое значение.